Лесовосстановление, как и вырубка лесных культур, основные направления работы специалистов Брестского лесхоза, которые стоят на двух чашах весов. Этим занимаются в равной степени активно. Правда, если посадка леса – занятие тихое, то о вырубке деревьев узнают далеко за пределами лесосеки. Шумные работы оповещают неравнодушных граждан, которые пристально следят за ситуацией. Поднимая волну возмущения, они забывают об одном – решение заготовки древесины после многочисленных мониторингов, согласований, утверждений, оценок состояния принимают специалисты лесостроительного предприятия. Мы видим отвод лесосеки под рубку главного пользования, под сплошную рубку главного пользования, намеченную на следующий год. Эта лесосека будет вырубаться полностью. Намечена эта лесосека материалами лесоустройства. На этом месте будет заготовлена древесина, которая будет в последующем реализована. У нас есть лесостроительное предприятие, которое раз в 10 лет проводит базовое лесоустройство, то есть все насаждения, все леса подвергаются лесоустройству, обследованию, намечаются какие-то определенные мероприятия, какие-то рубки, которые в дальнейшем являются основанием для того, чтобы мы там проводили эти мероприятия. На одной из лесосек Муховецкого лесничества мероприятия по сплошной рубке были уже проведены. Правда, сразу после этого специалисты обработали почву и весной высадили на этой территории площадью порядка 2 гектаров 13 тысяч деревьев. Хранители леса отмечают, что основной принцип их работы – это рациональное неистощимое лесопользование. Простыми словами, что у леса взяли, то и возвращают. У многих людей возникает такой вопрос, останутся леса ли леса в будущем. Основное, нужно помнить всегда о том, что мы можем вырубать столько леса, сколько его за год прирастает. То есть на гектаре леса у нас прирастает сейчас где-то 3,5-4 куба. И исходя из этого, мы можем вырубать до 3,5 кубов гектара леса. Если считать, что, допустим, у нас площадь лесхоза лесопокрыта 72 тысячи гектаров, то есть в год мы можем вырубать около 210 тысяч кубов. В принципе, мы сейчас подошли к этой цифре, около 200 кубов мы уходы вырубаем. А потому тем людям, которые переживают о том, что вырубка идет опережающими темпами, волноваться не стоит. Хранители леса поддерживают баланс. Но при этом всем нам нужно помнить о том, что лес перешел нам не в наследство от предков. Мы взяли его в аренду у будущего поколения. А значит, только бережное отношение к природным ресурсам позволит сохранить богатство нашей страны надолго.